Всем привет, с вами Зомбирус, и сегодня я хотел бы рассказать вам про интересный секрет беты Battlefield 3. Короче, зашел в Battlelog, когда в первый раз стал играть, смотрел древо прокачки в бете за Арикона. Ну, смотрю, два аттачмента закрыты. И вижу там, я выбил уже М40, думаю, сейчас придется два раза прокатываться и качать. Да, М98, а фиг. Как я прокачал МАФ, который пишет, что его нету в бете, что в игре, что в батл-логе. Я зашел, короче, в костюмай своего персонажа. И обнаружил там его. Интересная вещь, забагованная, правда, управление вообще непонятное. Даже на Xbox-овском джойстике им вообще управлять невозможно. Так что вот такой вот интересный ролик, смотрите, подписывайтесь там, комментируйте. Пока. Эй, ты! Куда идешь? Enemy sniper spotted in your AO. I repeat, enemy sniper in your AO. Proceed with caution. Over. Enemy sniper spotted in your AO. I repeat, enemy sniper in your AO. Proceed with caution. Over.